Так, дорогие друзья, снова возвращаемся в прямой эфир. Вам большой-большой привет. У нас очередной матч 9-го игрового дня Dream League. Встречаются у нас команды Liquid, сейчас, секунду, вам покажу, против команды Team Dog. Их... не то. Их составы сейчас видите на своих экранах. Они, кстати, без изменений, почти без изменений. Team Dog, Пайкат, Мизери, Фогет, Смолгик. И вместо демона играет MSS Dota, которого мы привыкли видеть уже в этом составе. Ну и ликвиды. Бульба, Флафенстав, Коэква, TC, Way to Sexy. Кони будет играть против собак у нас. Вот положение текущее вы, наверное, сейчас видите на своих экранах этих команд. Я сейчас быстренько наберу товарищу Ване. Так, алло. Да. Вот, текущее положение таково, что Team Dog у нас имеет пока одну победу, а два поражения. Три матча всего было сыграно, восьмое место они пока занимают. Ну и ликвиды у нас... без побед идут они, ноль поражений, ноль побед, точнее, два поражения. Вот так вот, два матча было сыграно. Ну, что можно сказать про эти две команды? Блин, что... Не хочется, конечно, цитировать, я думаю, меня не совсем правильно поймут, но как бы что то, что это, мне пока не очень импонирует ни тот, ни другой коллектив. Мне кажется, что у Доги Тим нету перспектив, потому что у них два игрока, американцы, три игрока, там два шведа, один датчанин, в то время как у ликвидов 4 американца, канадца и один немец. Ну и оба коллектива, мне кажется, не имеют будущего, потому что часовые пояса, даже когда это один игрок, казалось бы, все равно это очень много значит. Ну и языковой определенный барьер, по крайней мере, у Team Liquid, мне кажется, Койква еще не обладает хорошим разговорным английским. Ну а по поводу Доги Тим, мне просто кажется, что команда собиралась на энтузиазме, у них нету спонсоров. После квалификации на International, на которую они, скорее всего, попадут, эта команда, если они не пройдут, то она распадется. Это почти 100%, как по мне. А если попадет на International, их ждет 13-16 место. И все равно распад потом, в любом случае, исход один. Да, ну, поглядим пока по статистикам. Ну, у ликвидов, понятное дело, история большая в профессиональной сцене, много игроков сыграно, в отличие от Team Dog, поэтому особо, наверное, сравнить не будем. Скажем, что в среднем больше киллов делают ликвиды на 1,6, смертей также у ликвидов поболее на 3,7, ассистов также больше, ласт-хитов больше, XPM и GPM больше, но не намного. Ну и винрейт 61% у Team Liquid, 42,9% у Team Dog. Всего лишь 8 матчей официальных у них было сыграно, как у нас написано в статистике. Такие дела. Ну, в этом матче я даже не знаю, на кого ставить, потому что вроде Team Dog, ну, кое-как они неплохо справляются. Они, по-моему, там Cloud9... Нет, они EG обыграли. Или Cloud9, я вот точно не помню. Суть не в этом. Суть в том, что и Liquid могут выстрелить, и Team Dog могут выстрелить, но до дистанции у них нет стабильных результатов, стабильных показателей, поэтому чего ожидать от них, непонятно совсем. Ну да, ну и вот текущее положение дел на этом турнире, там и подтверждение, то победы, то поражений, то большинство, конечно же, поражений. Тяжеловато им будет даваться этот турнир, как, впрочем, и другие, наверное, турниры тоже. Ну ладно, в любом случае посмотрим, противостояние двух команд, сделан у нас уже первые пики, пошла вторая стадия банов, быстренько пройдемся, у нас минус Нака, минус Эмпер Спирит, минус Кентавр, минус Тэш Спарейшн, забанили Доги Тим, Ликантропа, Нюкса и Тинкера, вот ласт бан нас ожидает, ну и Бутрайдер Морфлинг, Тим Ликвид, Доги Тим, Инвокер, Висседж, что по пикам можешь сказать пока? Морфлинг меня настораживает, как бы Ликвид сейчас не играли в игру мимов, и чтобы она опять не затянулась 50 минуты. У Team Dog Визаж, Инвокер, Клокверк. Надеюсь на агрессию, надеюсь на хорошую, качественную агрессию. Ну, у Liquid пока есть Бэтрайдер, который тоже неплохо инициирует. Вот Морф пока мне портит впечатление. Ну да, Морф скорее такой лейтовый вариант. Надеяться на него, то, что он будет там бегать на минуте 15-й, там какой-то 18-й, кого-то убивать, гангать и так далее. Это, конечно... Как-то не представляется даже возможным. Но в итоге Тим с инициацией, вообще с мобильностью героя все в порядке. Инвокер, Висш, Клокверк, это дэмэдж в любую точку карты практически. Всегда могут оставить какие-то неприятности оппоненту. В общем, пока мне тоже пик их нравится немножечко побольше.
Да, абсолютно верно. Ну, вот банят там Чена, Тинкера, Никса, Ликантропа, Кимдок. Боятся они пуша, очень сильно они боятся пуша. Просто трех героев для пуша забанили. Ну, Дазл добирает ликвиды, очень будет он помогать Морфу. Если инвокер соберет какой-нибудь, если инвокер додумается собрать орчит, затыкать Морфа, то Дазл будет его спасать. Ну да, универсальный суппорт. Нянька для морфинга взялась тут, в принципе, пока все понятно. Ну что, по одному пику еще нужно сделать в этой стадии. Не хватает еще одного суппорта и керри Доги Тим. Что у нас из суппортов осталось? Ну, всякие рубики, в принципе, вариантов-то еще и полно. И лесных тоже не всех забанили, инчатрис какая-то есть. Так что Доги Тим могут что-то и подобрать интересное под себя. Поглядим, что это будет. Кстати, что интересно, наконец-таки у нас в банах стал появляться кентавр. И начали люди бояться этого оффлейнера. Вот я очень рад, что начал баниться кентавр, потому что, по моему мнению, это наискучнейший герой в доте. Я не понимаю ажиотаж вокруг него. Да, у него есть АОЕ-стан, у него есть неплохая ульта, но, блин, я в него что-то вообще не верю. То есть, тот же Бристлбэк намного, по-моему, профитнее, чем кентавр. Оба исполняют, в принципе, одну и ту же роль танка такого своеобразно. Только Бристлбэк может убить всех, а кентавр может только вытанковать. Если других не будет товарищей, то он просто отъедет, потому что он не сможет ничего сделать. Ну, я тут, наверное, немножечко с тобой поспорил даже. Все-таки кентавр, он помобильнее поначалу, он может инициировать замесы, он может врываться, в отличие от Бристлбэк, который, ну, может только пешком дойти до оппонента, грубо говоря. Так что даже если смотреть по, скажем, по интенсивности игры одной и другой команды, если команда хочет играть агрессивно, то они скорее возьмут кентавра, чем Бристлбека. Потому что Бристлбек — это такой вариант немножечко на позднюю стадию. Вот нам, например, в той же игре RockSkiz продемонстрировали, что вот Седой нафармил на Бристлбеке, и вот в лейте его действительно было уже не убить. Так что такой вариант, в общем. Ну ладно, в любом случае кентавра у нас в этой карте не будет. А будет Crystal Maiden Doggy Team и Storm Spirit от Team Liquid. Такие вот у нас пики заехали. Суппорт Doggy Team. Да, это связка суппортов Visage Crystal Maiden. И остался им какого-то керри взять, а Шторма взяли в мид Team Liquid. Скорее всего, что тут мид. Бэтрайдер на оффлейн, Морфлинг фармит, Дазл суппорт. Еще одного суппорта нужно будет добрать. Ну, вот неприятно для себя суппорт. И сейчас товарищ Мизери будет банить. Я вот сейчас думаю, так, кого ж можно забанить? Ну, опять же таки, есть тренд по-прежнему, но забанили Лича. Ну, испугались, видимо, даблы, которые могла бы стоять Бэтрайдер Лич. Морфинг с Дазлом и так вроде на легкой линии неплохо должны стоять, и с фармом все у них будет окей. Ну, окей, пусть будет минус Лич. Дума забанили, испугались Доги Тим этого. Точнее, Team Liquid испугались этого керри-героя. Ну и Doom, в принципе, это какая не была, ну, контра Морфингу. Затыкать его в начале замес, и Морфинг становится просто бесполезным персонажем. Так что, в принципе, бан вполне обоснованный. Ну и кем же будет нас убивать Doggy Team? Кого же возьмут? Кто будет нас убивать Морфа? Ну, у них спектро... О, боже, это 50 минут очередные нас ждут. Если правда, Team Liquid не снесут догов за 20 минут. Или наоборот, доги Team Liquid за 20 минут. Я думаю, со спектрой проблемно, конечно. Ну такое, да. В общем, ожидает нас потненькая такая дотка. Shadow Shaman у нас залетает ласт пиком от Team Liquid. Ну и поехали смотреть за этой дотой. Да, разбирают у нас героев. Койк сыграет на оффлейн. Или он в мид последний. Нет, на оффлейн Бэтрайдере. Бульба пойдет в мид на Шторме. ТС на Морфе. Way to Sexy на Shadow Shaman. Flop and Stuff на Дазле. Ну и у Доги Тим МСС на Инвокере. Медовом Мизери на Визаже. Смангрик на Клоке. Фогет на Цемке. Ну и Пайкат. Знаменитый Пайкат на Спектре. На не менее знаменитой Спектре. Да. Ну, поглядим, что у них получится. Мне даже голос сел что-то после этого пика Спектре. Ты ж, я тоже вообще расстроился. Морф ты Я, да, я за экшеновую доту, а не фармящую. Особенно под такой вечер. Ну, как бы, вечер-то вроде не сильный, но... Да не, напряжно у тебя расписание, с утра там Китай тут режиссирует. Я сегодня на Китае так и не побывал, там что я проснулся на него, но я на нем так и не побывал, там были какие-то проблемы с режиссером, у нас его вроде не было, поэтому не было возможности меня включить в трансляции.
Вот такое. Ага, ну тогда у тебя сегодня посвободнее день был. Ну ладно, тогда готовься. Сейчас у нас Морф против Спектры. Это такое хорошее противостояние, добротное, я бы сказал. Долгое. Продадимся мы с вами обсуждению всего, что только не было за эти минуты. Так что устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья. Запасайтесь питьем, чем только можно. Будем смотреть дотку. Ну что, располагаются по линиям у нас обе команды. Снизу у нас будет трипла от Доги. Конечно, ждут без каких-либо изменений. Смолгик у нас справится на клокверке в сложную. МСС на сетом от Ice 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 или от кого? Половина от такого сета, половина от другого будет играть у нас в миде. Ну и Team Liquid. То же самое. Трипла в зеркальном отражении находится на легкой линии на топе. Снизу один Койква на батрайдере. Ну и в миде Бульба. Бульба на шторм спереди. Да, ну и посмотрим на самом деле, как будут. Ну, с Клокверком-то особо ничего не смогут сделать. Раз ты флаффенстаф, нужно быстро получить 6-й левел, чтобы там фастом спушить какой-нибудь таур. Потому что дефить по факту догам нечем отпушивать. Эти таура. Ну, посмотрим. На самом деле первые минуты нам вообще ничего не предвещают. То есть максимум может быть килл Койквы на бетрайдере. Вот. Да, если заиграет с Койку, конечно, в принципе, поймать его можно. Ну вот видим, что Фогет очень далеко от своего керри-героя. Он через Фростбайт будет подфармливать леса. Это, в принципе, стандартная такая лесная ЦМ-ка получится. Ну а чтобы гонять Ликвида, есть другая птица, это Мизери. Этим уже начинает заниматься. Ну а Пайкат спокойно будет фармить. Сталшилд у него есть. Нету Квиллинг Блейда, и без него будет справляться. Будем сравнивать, конечно же, его КС с КСом. Товарищ Марфа, который, в принципе, тоже на легкой линии будет спокойно стоять. Я не думаю, что здесь Клокверк как-то сможет им помешать. Ну, правда, подначалу он, конечно, когами закрывал крепочков, за счет этого под своим тавером немножечко постоял, почти второй левел лапнул, так что начало у него более-менее нормальное. Ну, что хочется отметить? Хочется отметить то, что да, не стесняются ликвиды делать также пулы, с леса зарабатывать себе экспу, и смолгик тоже пытается подворовывать. Ну и здесь, как вы видели, Фоги тоже тем же самым занимается. Тоже Frostbite, пока есть мана, тоже скоро второй левел получит. Все пока дефолтно, все стандартно. Ну, а раз у нас на активности на лейнах никакой быть не может, будем ждать, конечно же, активности от мидзеров наших. Видим пока, что МСС у нас играет через Куас, причем на два раза прокачал, усиливает колдснэпы. Ну, это чтобы загнобить, конечно же, Бульбу в миде. Ну, а Бульба стандартная пока. Есть пассивочка, есть ремнант. Ботл уже также приобрел себе. Ну, и по КСу он немножечко обходит своего оппонента. Вот интересны вот эти варды, вот эти два, ну они по сути оба так тут проблемы на топе, точнее на низу у Койквы. Пытается он под фарфлайм тут летать, за ним Пайкат до конца, через текстуры, давай, дави, Пайкат. Еще эту плюху нужно дать. Вот и заканчивается у него дагер. Как же неудачно он заканчивается, Койква разворачивается, да лол, еще один дагер от Пайката и от нейтралов умирает. Да. Вот я не понимаю, эти варды, они оба палят руну, но если ты хочешь, если ты боишься там бетрайдера, ну поставь только сюда. Но как можно бояться бетрайдера? Я вот это не пойму, правда, тут вот сейчас свой ты секси притепешился. Ну вот разве что от гангов. Да, но да. Тогда зачем вот этот вард, который палит вот только тут? Не знаю. Ну, излишние два варда поставили, собственно, док. Один можно было как-то другое место переместить. Можно было поставить куда-то сюда один, чтобы спасаться как-то от гангов, а второй, я не знаю, сюда поставить. И у тебя контроль руны есть, и большая часть карты захвачена. Ну, такое, ладно, решили тимток поставить так варды, пусть они так и стоят. Тут уже ничего не поделать. Ну, интересно только то, что в Way2Sexy решил все-таки бетрайдера на помощь прийти. И как бы он за это сейчас не отъезжал, потому что отправляется чужие леса, и самонадеян идет так под смоком, а там-то ЦМ-ка, там-то Visage. Не очень-то приятные суппорты. Ну, да, ну и по сути ворует сейчас просто экспу в эту секси. Ничего он больше не делает. Ну, кстати, уже неплохо. Левел 3 с нейтралов там экспу себе понабирал. Но зато теперь смолгига особо-то гонять некому. Да, флаффенстаф там вроде стоит, дивардингом занимается, но у него с маной и с хп проблем большие. Поэтому смолгиг себя спокойно чувствует, подходит близко к морфу и даже крипочка может подбираться когда-то. 450 монет есть, левел 3, сейчас купит себе какой-то сапог. Ну, а Пайкат остался вообще один. Один на один с крипами. Должен быть у него бешеный КС, кстати, пока он морфу проигрывает, причем проигрывает достаточно серьезно по крипам. Ну, пока там были эти погони за батрайдером, мне... Ну, да, очень много времени потратил Пайкат. Спектра этим заниматься не должна по-хорошему. Угу.
Ну, а если был бы first blood, конечно, было бы круто. Тогда этот мув был бы оправдан, но не получилось пайката. И пятая минута встречи пошла, по-прежнему все спокойно. Фогет отходит к своим любимым нейтралам через Frostbite. Кстати, левел второй, почти третий будет. Нормально. Так, ну и что, все-таки МСС у нас пошел в класс вексовского инвокера. Ну вот, сегодня посмотрели мы с вами за класс экзортовского инвокера от Солыча. Теперь будем от МСС смотреть класс вексовского. Ну, Торнадо Гимпа. Ну, он такой более пассивный, на себя играет. Конечно, он... Проблемы для Бульб будет... Вот создавать вот как сейчас. И Колдснэп, рассказ-то хороший. Фоги сюда приходит, Фростбайт-то можно дать. А почему? Ну, побоялись. Не хотели тратить ресурсы бесполезно, потому что пришел бы Флоффенстафф, по-любому бы закинул Грейв, ну и все, на этом бы драка захлебнулась. Да. Поэтому Цемка лучше Фростбайт инвестирует вон в убитие нейтралов. Тоже правильно, тоже понятно, наверное. Я тут заметил, что платит золотой Бэбирашан. Летает у нас, оказывается. Такой здоровый этот курьер, вообще ужас. Не часто я его вижу. Флаффенстаффа. Ты что, мейн-то пайкат тем временем? Сапог. О, Мидас у Марфа появляется. Очень быстрый Мидас. Пятая минута. Шестая минута даже. Да, очень хорошо. Это то, что нужно для TC. Ну и потихонечку по крипам начинают обгонять два основных героя. Своих оппонентов, и это наталкивает на надежды, в первую очередь на ганги. Да. Ранние ганги. К тому же там 1200 голды у Койквы. Это тоже очень хорошо. Ну, все-таки да, конечно, слез он больше вытаскивает, чем софлейна, и здесь можно напотеть себе на какой-то дагер. А с дагером повеселее дела пойдут. Вот в этой сексе у нас вниз пошел. Ну, тут можно экспы халявные получить. Главное, из-под тауэра далеко не вылазить, потому что там могут накрыть суппорты. Типа какой-нибудь виссер замедление дать, ну и пайка это вопрос зарежет. Да, пайка... виссер же достаточно. Угу. Пайка, кстати, не пошел в Мидаса, а вот он фейзы себе взял. Ну, шестой, кстати, уже имеет. Ну, в принципе, есть левел шестой, если где-то какой-то экшен начнется, поможет спектра. Может быть, есть смысл где-то этот экшен начать. Вот с Милгик еще пока только, правда, левел пятый. Хукшот скоро будет. Фейзи инвокер. Пульба, сапог, ноль талисман, мэджик вонд. Ну, пока все стандартно. Ну, с чистого мида, кстати, можно отметить то, что сейчас МСС немножечко подтянулся в плане КС и выходит уже вперед перед штормом. Но, по сути, разница там минимальна. Два крипа всего лишь. Да, это не разница, это так. Просто в одном моменте закрейсил, в другом не закрейсил. Это ни на что не влияет. Вот если 10 крипов, там, да, там уже перевес. Ну да. Мизель спокойно продолжает бить нейтрал. В четвертый левел слез он уже получил, и фамильярчики скоро появятся, так что неплохо. Ну и что, где первые ганги? Вот Way to Sexy бегает, у нас левел 5 имеет у него. Есть и Хекса, есть и Шеклс, надо хватать кого-то. Вот хватать пока надо некого. Бульба тоже, левел 7, тоже, в принципе, готов куда-то врываться. У него есть для этого и ТП-шка. Но все сверхпассивный и сверхспокойный у нас на карте. Кольцо появляется у Морфлинга, в Лингенсферу пойдет. И врывается Смолгик прямо в Флаффенстафф, и влетает сразу ульта от Спектры, Шалоукрейв, Флафа. И Смолгик умирает на Ферстблад. Есть ТП-шка, мы сюда пришел на ТП, в эту сексе проблем также у ТС, колдснэпы. Не успевает он перезарядиться и... 3 в 1 даже. Серьезно. Да, очень агрессивно ответили доги. И очень хорошо. Да, несмотря на то, что Ферстблад за ликвидами был, но разменялись они действительно сейчас круто. Моментально все потянулись. То есть Спектра снизу потянула сюда, ТП-шку сделал инвокер, и все здесь оказались, Team Dog. Отличные командные действия. Принесли им хороший результат. Пока ведут они. 9-я минута встречи. Ну и Пайкат возвращается снова в мисс. Да, абсолютно верно. Подмечено. Очень хорошо. Мне кажется, доги вот сейчас могут, ну, получили определенное преимущество. То есть и должны уже предпринимать какие-то действия. Правда, по голде они отстают на 1000. Что странно. Но там сказывается все-таки Мидас, наверное. TC. Ну и Клокверк типа на оффлейн не особо фармил, а вот Койква слез и все-таки себе дагер вывез уже. Ну да, да, тоже. Вот я смотрю сейчас по натворцам, уже видно небольшая разница. Точнее, ну, видна разница.
С этим даггером Койко уже может выходить. Вот я только не знаю на кого. Могут сплять не какого-нибудь МСС в миду. Через Бульбу и Койку. Спокойно. Ну, главное, что дэмэджа хватило на самом деле пробить. Потому что Лассори, Мнант это круто, Электрик Вортекс. Но если хватит МСС прям долю секунды, чтобы кинуть свои косты, то может все и перевернуться. Потому что МСС потом с колдснэпом еще сам кого-то заберет. Тоже верно. Поэтому, может быть, пока Батрайдер не такой активный. Он сейчас через базу пошел, сапог приобрел, есть ТПшка, и где-то, может быть, инициация какая-то. А, ну вот варды появляются в Way to Sex, попытка спушить Тауэр. Сюда приходит у нас Малгик. И все. Он будет пытаться заденайть Тауэр, что ли. Хотя вот, он переключит и варды на... Ну, не хочет он переключать варды. Потеряя Тауэр, точнее, заденая Тауэр. Но мог фамильяров, на самом деле, вардами забить. Ну, причем... что-то как-то странно, да, распорядился в эту секс своими вардами вообще. Их просто отдал и подфидел еще и Висаджа очень конкретно, потому что фамильяры практически всех этих змеек снесли. Ну, 1300 монет у Висаджа. Можно уже о поинбустере каком-то подумать. Ну вот по Бутрайдер. Смог вместе с Бульбой, побежали кого-то искать. Фаерфлай заюзали. Кстати, здесь может встрять у нас Фогет. И Фогет, скорее всего, встрянет. Ой, Торнадо не точно, ЕМП. Ну, накрывает Бульбу. Есть колдснэп. Хорошо, приходит у нас еще и Мизери сюда. И Пайка, точнее, да. И разложили двоих. Одну цену. Да, и все плохо для Liquid становится. Даже несмотря на то, что TC по фарму очень сильно опережают. Спектру в общем зачете, конечно, проседает по XP, а это может повлиять очень сильно. Да, но Морф по нетворсу пока уходит за счет, опять-таки, того самого Мидаса и непрерывного фарма на топ-лейне. А вот Пайкат помогает своей команде. У него 1-0-2, у него 3 во 3 фрагах он уже участвовал, барабаны собрал, фейзы. Так что слегка компенсирует то самое отставание в КСе. 12-м-то встреча пошла. Молодцы, Team Dog выигрывает замес пока за замесом. Early game явно за ними. Но надо, главное, не забывать про TC, который на Морфе потом может выдать интересные вещи. Ну, кстати, первый даггер был не особо-то реализован от Бэтрайдера. В любом случае, теперь Team Dog обладает информацией о том, что Бэтрайдер вполне сможет рваться. Так, и побежал Пайкат прямо на Way to Sexy снизу. Ну, не добежал, то по Тауэр лезть не хочется, и Фогет тоже не успел. Получилось. Ну да, Фогет не тот герой, который нужен на самом деле для Пайката. Ему нужен именно Мизери с этим замедлением, своим грейвчиллом, который поможет получше, чем ЦМК, как мне кажется. Плюс там есть этот Soul Assumption. Так что ДПС явно больше именно от Мизери. Ну да, да. Soul Assumption, конечно, это очень полезный спел и много дэмэджа. В досе, тем более по таким, как Shadow Shaman, 701 хп всего лишь. Но играет тут, на самом деле, ходит по лезвию ножа, Way to Sexy, и надо бы аккуратнее, наверное. Вот по Тавр глубоко и бежать отсюда. Пайкату все равно, конечно, никак Way to Sexy помешать не может, и по экспу особо тоже не получишь. Ну что, фармит Мор, фармит Спектра, по-прежнему у нас все спокойно на карте, за исключением каких-то некоторых таких микромоментов, которые возникают у нас раз. Да, подуспокоилась игра явно после вот серии фрагов в исполнении Team Dog. И продолжает Койку, очень ему не нравится против этих големов фармить. Так, бить атака на Бульба, снова прокас, успевает он уйти на Ball Lightning, и там у него хоста есть, колдснэпы. В итоге выживает. ЕМП не так много все-таки маны пока ворует. Ну тут, по-моему, он... Или он во время проюзал Ball Lightning во время ЕМП или уже после. Я не заметил, но отлетел он достаточно далеко. Да, ну скорее всего во время прям. Но... Манна. Сапог, у нас колечко, TC продолжает фармить дальше. Несмотря на то, что Тауэр спушили, он все равно остается на своей топ-линии. Персиверанс себе собрал, ну прямой выход, конечно же, в Ликенсферу. Ну а Пайкат 1100 монет. Испугался, что снизу кто-то может быть. Там Fluff and Stuff дивардингом занимается. Ну тут, по всей видимости, всего лишь два суппорта, поэтому особо бояться-то нечего, Team Dog. Можно прям нагло вылезти и чьи-то лица разбить. Ну, бояться, что там может быть кто-то еще. Так, Бульба 1200, есть Робе. Обливион став, почти готов. Первый. Думаю, пойдет фарчит. Вылазка такая небольшая от МСС на TC. TC отошел.
Point Booster от Misery, MSS Staff. Ну и по-прежнему все спокойно на карте. 15-я минута встречи пошла. Ну и фармят однозначно лучше ликвиды. Мы смотрим по графикам, он падает вниз, и 2000 денег уже ликвиды ведут, а по XP пока впереди Team Dog. Ну там незначительное вообще преимущество. Сейчас по XP я заметил 500 всего, даже несмотря на 6 фрагов, как-то удается ликвидам держаться, держаться неплохо. Да. Вот вниз ТП шел, у нас еще кто-то. Это МСС. Здесь надо как-то синициировать. Он в этой секси получает он замедление. Торнадо пошло и снова не цепляет никого из МСС. Но колснэпами-то можно зацепить. От Фоги тут уже неплохой Кристал Нова. ЕМПшечка в эту секси однозначно поверну. Ну, хоть так. Да, очередной и удачный. Конечно, с натяжкой это можно назвать. Удачный. Ну, фраг сделали, значит удачный. Значит, все хорошо. Могли, кстати, двоих сцепить, но хотя бы одного и убили. Но в любом случае, МСС красавчик. Все-таки квас-вексовский инвокер от него достаточно полезный получается пока на early game. В 5 фрагах он участвовал. 2-0-3 стат, без смертей. Бегает, помогает команде, инициирует. Так что все, alright. Смолгик покупает себе став. Выход for став и снизу попытка спушить тауэр. Way to sexy на дефе, флаф рядом. Аккуратнее надо быть way to sexy. МСС снова пошел в него инициировать. Торнадо, ЕМП залетает. Даггер есть, way to sexy. Что же за фитфест такой? 8-2, врывается у нас Бульба, цепляет Фоги, это Фоги в таверну. Хорошо потянул сюда Морфинг, забирает он фраг. А остальные... Ну и почти все МП потратил Бульба, не может он больше никого зацепить. Ну а Койко находился далеко. Да. И смог, смог от Бутрайдера. Форстав не дособрал, но сейчас может он влететь на Пайката. Торнадо по двоим хорошо, МСС ЕМПшечку ставит. И Смолгик, как же он ворвался, что сейчас сотворили Team Dog и что сделали ликвиды. Как так можно было рядышком стоять под одним торнадо, а? Да. Да, Смолгик молодец, конечно, в этом моменте зацарил. Зацарил. Да, ну прям двоих так зажал четко бы. Ну и 10-3 уже, счет становится таким более-менее разгромным. Для Team Dog выигрывают они, сносят еще и один тавер по миду. Кстати, по товарам они сравнялись. Ну и 300 уже у Пайката, это же прямой выход в Радианс. А когда соберет Радианс, что будут делать ликвиды? Там бедный Дазл, Раста, что они вообще будут просто умирать. С одной только ульты. Это да. Так, ну и продолжает фармить. Вот тут же спектра подбирается к Марфу. Видим, что за счет этих фрагов преимущество, по сути, теряется абсолютно. Марфа-то над спектрой? Ну, да. Ну, то самый разрыв 800 где-то примерно денег у них так и остается, но мы прекрасно понимаем, чем дальше минута, тем эти 800 денег обесцениваются, грубо говоря. То есть 800 монет на 8-й минуте и на 17-й, это вещи абсолютно разные. Так что, действительно, ликвидам без замеса не проигрывать как-то. Либо самим их устраивать и пытаться где-то гангать кого-то, может быть. Вот ультимейт торп тут Марфа сейчас, Линкен Сфера не за горами, осталось всего лишь там около 900 монет на фарме. 3-300, но Пайкат будет и с Радиансом к этому времени, наверное, уже. Если сейчас пушат тауэр, еще один замес победят. Да, абсолютно точно. Ну вот, я вот сейчас думаю, какие вообще шансы, что нужно делать ликвидам, чтобы противостоять догам. Вот уже МСС ТП-шится вниз, сейчас будет еще одно ТП вниз. Будут пытаться зацепить ТС, но это проблемно без точечных станов сделать. Ну, главное, тут, наверное, хочет тауэр не отдать, скорее всего... МСС. Не знаю, как-то МСС очень аккуратно сыграл, хотя никого рядом с DC не было. Мог бы сам себе задонатить тауэр. Ну да. Ну, в любом случае, размен-то в раме произошел. На топе Пайка тауэр снес. 4200. Ну что, Сагард уже можно купить. Смолгик теперь не ворвался на Флаф энд Стаф. Тот что-то Торнават, по-моему, кинул Грейв. Так, Соло сам что приговаривает Азла. Смолгик у нас выживает за счет Форстафа. Опа, Койкву сцепил, торнадо хороший, ЕМПшечка накрывает Койкву, и там ворвался еще и Пайкат. Линка долетает, TC, но очередной замес проигрывает, там еще Way to Sexy может встрять, ты потом прожимает, и Пайкат не добил. Но в любом случае, не особо, наверное, он и надеялся на то, что он сможет сделать этот фраг. Он сейчас вниз перемещается, и вот Сакрат у него уже есть, а значит и до Радианс остался совсем чуть-чуть. Ну и... Очень-очень мне... Обидно за то, что так плохо сейчас играет Койку, потому что он у меня в фэнтези-лиге. Он мне сейчас явно мало принесет полезностей. Ну, не идет пока, что ж поделать.
Ну, я надеюсь, еще наделает фрагов хоть чуть-чуть. Или хотя бы ассистов. Хоть что-то делай, да. Так, ну были бы тут два Обливионстафа нафармила и под смоком вылазка от ликвидов. Вот такие бы вылазки почаще они делали и влавливали бы. Удачными были бы они. Да, бы ликвидов все было хорошо. Они потому что все время подставляются под нападение от ДОК, и вот в этих нападениях они проигрывают. Ну, вот сейчас ну можно вот, спить МСС. Ай, ну поздно, поздно среагировал Бульба. Ману потерял на развороте, МСС, правда, Бутрайтер накрывает МСС, и ЕМПшечка уже прошлась по Койкве. И убивают. Ну, неплохо. Ну, правда, разворот сейчас будет драка, у нас проблемы большие у Бульбы. Бульба потратил всю ману. Под Грейвом пока живет, но это ненадолго, Soul Assumption. Ну и тычка! Да, и умирает еще Койква, опять умирает Койква, хорошо его очень ловит Смауглик. Ну а в это время втихаря TC и Way2Sexy забирают Рошан. Подожди, а спектрит, а ульты-то нету, и надо бы просто на чуйку, знаете, находится их оппонент, услышать как-то, Фогет же мимо промчался. Ну не слышно, вообще полная там изоляция идет, будто двери ее закрыли. Да-да-да. И добирают таки, да. Морфинг забрал Аегис. Ну, хоть что-то вылезли полезные ликвиды. Не все же проигрывать замес замесом. Так хоть Рошанчика прибрали. Аегис будет и, ну, подольше жить будет Морф. Но все равно проблема, потому что у Пайката уже Радианс есть. Курьер стремится к нему. Так, TC. Ой, сбивает Линку. Сбивает Soul Assumption. TC! Ну, так бездарно давать Аегис-то не хочется, наверное. TC пока выживает. Бульба, пошел. Один. Пока. Рассказ. Торнадо ЕМП. Снова поймали Бульбу. Бульба успел на Владике. У тебя вот Фафенстаф, скорее всего, не уйдет. Смолгик ворвался там. Да ладно. Ну, разорвали. У нас, видим, здесь Дазла. Минус Шторм Спирит. Очень 2. Хорошо играет Смолгик в этой игре. Прям отлично инициирует. Отлично вырывается. Все как надо делает. Этот товарищ не оставляет ни единого шанса. Да, и к нему действительно не протерешься. Пока ты еще, кстати, не ультовал. И сейчас можно ворваться на Койкву, например. Койква. Колдснэпы, ульта от спектры, ну. Ох уж этот Койква, 0-6, боже. Ой, Смолгик, какой хукшот, Way2Sexy, накрывает и Пайкат зарабатывает себе еще один фраг. Короче, здесь полный разнос, 18-4, не получилось у нас 50-минутной доты. Ну и слава богу, на самом деле сейчас могут затянуть на 50 минут, но я бы вот не стал на месте Team Dog. Они уже по голде впереди на 2500, сейчас думаю будет еще больше, по XP уже на семеру где-то. Ну... у Team Liquid, по сути, шансов на камбэк почти нет, потому что спектру в лейте не убьет вообще никто, а у нее уже барабан, радианс, 1600 голды, и что-то к ней летит. Ну, это, наверное, боже, это просто ТП. Я смотрю, там ультиматор, думаю, стоп, Wizard Drive, откуда даст столько денег? Ничего себе. А там только ТП. Ну, там Мизери себе прикупила Ганеем, вот что самое главное, здесь три фамильяра появляются. Появится. Да, вот появляется 3 фамильяра. Да, ну и там Аганим, кстати, не за горами, и Клокверка также. Еще, думаю, один хороший замес, Team Dog и Ликвиды сами поймут, что в этой карте ловить уже нечего. Надеяться на одного Морфа, это дело такое. Ну, хотя затянуться они могут, все-таки у них есть Мидас, они сейчас и будут затягивать. Да, да, это... ну, Ликвидам... ну, я не знаю просто, им затягивать точно нельзя. А сейчас у них ничего нет, чтобы как-то драться. Вот TC сделал себе Линкен сферу, по сути, я не совсем понимаю для чего. То есть тут точечных скиллов, которые он может заивейдить, это вот Dagger, спектры, это колба CM-ки и первый спелл визажа. Ну, может быть, еще Cold Snap. По сути, 4 спелла. Если бы он собрал... это Real Blade, он бы уже мог вырезать ту же ЦМ-ку, сейвить как-то визажа, то есть не сейвить как-то своих тиммейтов от спектры, но вместо этого он собрал Селинку. Я считаю, это неоправданный айтем в этой игре. Ну, с другой стороны, попадаешь краешком под ЕМП, и ни Real Blade, ни Заюз, ничего не Заюз, просто смерть. Ну, а как в этом плане помогает тебе Линка? Вот никак, как показывает практика. Залетели, сейчас занасиловали Морфа в миде, сбили Аегис, сейчас будут его дальше пытаться убивать, но, правда, вейв-форм еще есть. Ну, сложно, на самом деле, что не забирай, все равно уже перекачанные игроки Team Dog. Ой, Смолглик. Отлично, Смолглик. Отлично, Смолглик влетает просто на место репликейта TC, ну и TC тут точно отъезжает опять после того, как он поднялся с Да, Пайкайт утонул. Сейчас тут добивает, минус 3 уже. Да уж.
Хорошо, хоть Койку выжил, правда, ему иллюзия спик трипл хп сняла, но это такое. Но все равно 3 в 0 размен, 4 в 0 даже с учетом Аеги, 102 тауэрпада, а ГГ, просто ГГ от Ликвид. Но в этой карте действительно просто ничего не получилось, абсолютно ничего. Ну и Вуф-Вуф пишет на спайкат. Вуф-Вуф тим. Да, это ГГ, очень быстрая игра, я даже доволен. Настроение поднялось сразу? Да, да. Пойду сейчас, не знаю, выпью кефирчика перед третьей игрой. Перерыв наконец-то есть большой. Да, насколько большой, кстати? 25 минут, по-моему. Да, где-то так, 25, даже 30, по-моему, что ли. Так, ну давайте быстренько статистику я вам продемонстрирую. Мне буквально немножечко нужно времени, чтобы это все ввести. Вот, ну я думаю, что особо, конечно, здесь смотреть, наверное, нечего. Тут все было понятно. Ну, сравним каких-нибудь героев, думаю. Так, 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 так. Почти все готово. А третья у нас игра Мим против Сигмы, да? Да, 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 да. А, ну я, похоже, выигрываю Годханта на этой неделе. Я, кстати, просто иду... сейчас единственный в нашей лиге фэнтези, у кого счет 2-0. То есть... У всех остальных 1-1-1-1, у одного 0-2. И сейчас я могу еще сильнее оторваться. 3-0. Ты на коне прям шаришь. Ну, я шарил, кого брать. То есть я Нави себе вообще ни одного не взял, потому что у них двухнедельный перерыв. Они немножечко... Ну, две недели, по сути, запарывают людям, которые брали их. А у меня вот... Сейчас скажу, кто. Bone 7 из Cloud 9. ППД из Evil Genius, SXGist из Мим, Фата из Сигмы, из Альянсов, Лода и Аки, Гот из Virtus Pro и Койква из Team League. Короче, они наиболее часто играли как раз последние эти дни. Ну, они всегда очень часто играют, то есть у них как-то распределено так, что у меня за неделю стабильно играют где-то раз 9 игроки. Ну, то есть не 9 игроков, ну, или 9 игроков. Короче, не в этом суть. Суть в том, что у меня всегда есть какие-то очечки. Ну, здорово, здорово. Так, ну быстренько статистику посмотрим. Пайкат, значит, по киллам 6 килло больше всех сделал он. МСС 5 килло, 4 мизери, фоги 2. Ну и бульбы из ликвидов 2 килла только сделал. Это максимум, что они смогли сделать. По смертям давайте посмотрим тоже. Кто же больше всех фидак? Больше всех фидак у нас сказал Койква, 6 смертей. Fluff and Stuff 5, Fate to Sexy 5, Бульба 3, DC 2. Вся команда ликвидов самые... Те, короче, которых больше всех убивает. Так, смотрим по дэмэджу. Ну, тут, думаю, Пайка должен быть топ-1. Нет, больше дэмэджа МСС внес он. 10700. Пайка 9900. Не намного отстал там. Ну, и остальные поменьше, собственно. И давайте сравним две команды в этой встрече. Да, ну вот 19 на 4 у нас общий счет получился. С учетом денаев или чего-то 21 смерть у ликвидов больше почему-то. Ну, ассистов 45 ну, на там, 6. У ликвидов больше смертей, потому что там от эндшитов отлетел этот. Да-да-да, первая смерть от Бутрайдера, мы помним это. Ну и понятно, ласхитов, конечно, больше... А, у ликвидов, кстати, больше ласхитов. Там у нас Морф натерпел, нормально так на денайл. Ну, по XPM и GPM, конечно же, больше у выигрышной обычной команды. Так что здесь тимдог на коне. Ну и сравним, кого мы сравним. Кого лучше всего сравнить? Ну, тут надо сравнивать Пайкат и TC, по сути. Это единственное, кого можно сравнить, потому что все остальные... Ну, или медовиков тоже, МСС с Бульбой. Ну, вот сперва давай тогда... Так, Total Time у меня включился. TC против Пайката, поглядим их статистику. Да, ну, Морф против Спектра. Итак, смотрим, 6 киллов сделал у нас Пайкат, 2 килла TC, смертей тоже 2 у TC, у Пайкат у нас без смертей, ассистов 9 у Пайката, 0 у TC. Ну и ласт хиты, да, вот TC, собственно, обогнал по фарму Спектры, 166 против 144, но мы помним, что у нас Пайкат очень рано начал выходить в драки и постоянно подключался, помогал своим тиммейтам, поэтому в крипах у него немножечко... Простой, скажем такой. По ГПМ 533 TC, 537 Пайкат. 4 ГПМ больше. Ну, в целом, примерно ровно они шли. Ну и по XPM 505 против 508 на 3 XPM больше у Пайката. Такие вот минимальные различия. Да, ну и давайте еще митер-то посмотрим. Кто у нас там был? Там написано стендин какой-то непонятный.
А, ну у меня здесь не получится сделать, потому что у меня вбит демон. Ну да, у них сейчас МСС играет всегда. Да, ну ладно, в общем-то, ребят, вы видели все на своих экранах сами. У нас будет небольшая пауза, 20-минутная буквально, будем врываться на последний матч Dream League 9 дня. Еще раз напомню, Мим против Сигма, так что далеко никуда не разбегайтесь. Для вас сегодня работают факер и адекват, и услышимся буквально через пару минут.